17 октября. Пчела работает полным ходом. Собирает нектар. Вот такой октябрь. Вот такой октябрь у нас. Интересный. Собираем семена медоносных растений. Вот это одно из двух мест неизвестных, где в диком виде растет клен татарский. Как он тут оказался, я не знаю, но тем не менее он растет. Здесь деревья есть поменьше, побольше. Клен. Тут он растет и успешно конкурирует с другими видами клена. Канадским, американским, с дубами, с лещиной, орешником. Вот так вот сейчас его вырезают ветки. Ветки и семена. Семена достать достаточно проблематично, но при желании можно. Вот так они выглядят уже сорванные. Будут маленькие клены. Татарский клен ценен тем, что растет перед, цветет перед белой акацией. Дней за 5 заканчивает цветение. Цветет около 10 дней. И дает семьям очень хороший поддерживающий взяток для разгона. Заканчивается последний сбор продуктов пчеловодства. Сбор прополиса подходит к концу. Последний сезон. Сезон сбора прополиса. Лотки залеплены капитально. Здесь практически на полстакана прополиса с каждого лотка. Вот так пчелы отвечают на вопрос, нужно ли закрывать и открывать лотки. Все, что нужно, нормальная семья сделает сама. Полюсом закроет, если будет жарко, разгрызет и откроет. Как выглядят лотки в семьях, где я забыл их позакрывать. Литок, который был летом. Вот так они выглядят. Тут стакан прополиса сразу. Вот как нужно прополис собирать. Летковой. Следующий. Все то же самое. Тут вообще непонятно.
Прополис прямо внутри сталактитами, сталагмитами висит. Сбор прополиса. Воронки шастают, пчелы агрессивные. Сейчас проверим, что тут у нас в отводочках творится. Все, подкормку забрали. Ёкерный бабай. Вот это да. Вот это октябрь. Что творится тут? Потянули за струну. Заберем сейчас кормушку. Она тут не надо. Что творится за струной? Мед есть. Мед есть. Все, не будем их сильно драконить. Расплоды не увидел сразу. Здесь мед есть. Меня больше всего интересовал вопрос, что у Слабачкова. У Слабачкова, две трети рамки медовые. Середина октября. Даже почти до низу залита рамка. Больше, чем две трети. Этого хватит с головой им до мая месяца. Без весенних подкормок и зимних танцев с бубнами. Все отлично. Вот такая рамочка. Идет в зиму. Это крайняя, вот ближе к центру. Там расплода нет, просто матки негде было здесь сеять. Расплода нет, это очень хорошо. Все, вот так до весны.